Привет, бои и скауты, с вами Кьюбайт. Добро пожаловать на продолжение прохождения Железного Человека для PlayStation VR. Эта серия будет одна из самых лучших вообще за эту игру. За все это прохождение она супер атмосферная. Готовьте чай, поддерживайте прохождение лайком. Мы уже близки к финалу, так что оставайтесь на канале, никуда не расходитесь. Если вдруг еще не подписаны, то подписывайтесь, чтобы не пропустить финал. Ну и другие ролики, конечно же, тоже. Давайте скорее к серии. Погнали! Моя первая броня Mark 1 уникальна по нескольким причинам. Во-первых, эту броню я создал в пещере. Во-вторых, мне помогали. Доктор Хо Йинсен, тоже попавший в плен в Афганистане. А в-третьих... Этого оказалось недостаточно. Я создаю броню, чтобы спасать людей. Эта броня спасла только меня. Ни добавить, ни убавить. Да, мы возвращаемся в пещеры. И, по идее, здесь должна прятаться призрак. Но мне почему-то кажется, что это будет большая ловушка. Большой аттракцион для Тони Старка, чтобы показать ему, каким он был. Каким он... Ну, потому что он уже не стал таким, каким он был и каким он хотел стать. Наверное, как-то его припугнуть. Кстати, здесь очень интересно, смотрите, фонарик горит. То есть я с фонарем, видите? Такая тоже хоррор-атмосфера. И цвет брони, он не такой явно красный. Я даже здесь летать не могу, могу только перемещаться. Думаете, она была здесь? Похоже. Но в этом месте вообще полно призраков. Обыщите пещеру. Броня Марк-1. Она здесь? Она же развалилась на части. Значит, она ее снова собрала? Да, и результат ужасен. Она мне решительно не нравится. Ну, броня выглядит круто. Мне нравится, что в этой игре смешали и киновселенную, и комиксы. То есть, в этом есть тоже какой-то шарм. Вообще, конечно, я за то, чтобы делать что-то новое и вот делать как игра по Мстителям, да. Что-то, какое-то уведомление. Этого тут не было. Она рядом, ведь тут... Ой-ой-ой. Мне не двинуться. Гидравлическая система и центр управления брони взломаны. Я слишком быстро сюда подошел. Привет. Сэр, я пытаюсь обойти блокировку. Больно. Правда? Скорее, обидно. Я думал, мы почти дошли. Вау. Что-что? Сэр, направляю всю энергию на основные функции, чтобы заглушить болевые рецепторы. Поддельное сердце. Поддельного героя. Так вот из какой дыры выполз железный человек. Смешно. Теперь ты приполз сюда. Умирать. О, боже мой! Я реально напугался. Двигаться. Надо двигаться. Скорее! Сейчас, сэр. Включу резерв питания. Оу, зачем же так пугать? Моторика восстановлена, но броня скоро отключится. Без реактора. Я тоже. Сэр, ваши жизненные показатели быстро падают. Надо найти, из чего состряпать новый дуговой реактор. Прикольно, мы вернулись к тому, что было. Ну, стаки я смогу собрать замену. Принесу сюда все, что найду. Так, соберите дуговой реактор, то есть несем сюда. Если я что-нибудь не придумаю, то здесь я усну навеки. Все полезное. Термос. Пойдет. Пригодится. Там что-то есть, сэр? Латте нет. Серьезно, сэр. Вы и так слабы, а все равно... Мне не кофе нужен, пятница. Мне кажется, что это... А, нам нужно вскрыть. Вот оно. Простите, не понимаю. Смотри и поймешь. Ну еще из термоса никто не собирал дуговой реактор. Ладно, мы можем туда пройти. Йинсен рисовал чертежи Марка 1 в ходе работы. Он был очень умен, если работал с вами. Умен — это еще мягко сказано.
Может, здесь где-нибудь остались его чертежи? Так. А если мы соберем сюда реактор, я понял. Нам нужно туда... Где я был? Был здесь. А, во-первых, термос вернулся сюда, и это вернулось сюда. Мне куда-нибудь... Так, а чё я скачу от одного места до другого? Во! Будь здесь, окей? А, теперь... Так, здесь мы уже собираем потихоньку. Здесь наковальня. Пиу, пиу. Блин, офигенно. Супер серия, прям это очень атмосферная. Это кажется странным, но батарея все еще работоспособна. Как и я. Пригодится. Так, поставим ее на место. Так, у нас есть источник питания. А что удержит заряд? Я еще там до конца не исследовал. Ага. Так, здесь мы были. 100%. Огонь гаснет. А мне так нельзя. Надо искать. Можно было бы его разворошить хотя бы. Ну ладно, пусть горит. А, так, здесь... Марк один. Тоже. Сейчас она бесполезна. Марк один не нужен. Здесь. Ракета Иерихон. В ней стоит палладиевый конденсатор. Палладий? Как в реакторе? Сможете сделать источник питания? Однажды... 100% здесь открывается. Теперь можно направить заряд в конденсатор. Держись, Тони. Мне бы переместиться. Не, не могу больше перемещаться. Попробуем. Не, подождите. А чё оно не хочет? Ага, вот, вот эти. Не-не-не, оставь. Так, это сюда. Я взял вообще? Получилось. Ну что-то... Конденсатор заряжается. Надеюсь, сработает. Сейчас из термоса сделаем. Вы это сделали. Оно сработает. Вы же не собираетесь вставить это себе в грудь, правда? А что делать? Не пойдет. Что-то должно удерживать его на месте. Так вот, зачем нужна крышка. Как умно, сэр. Это последнее. Почему мне ачивку не дали? Я вроде все собрал. Сейчас я хочу еще прогуляться. Мы просто так быстро пробежались. Я даже... Вот. Вам нужна не броня, сэр. Видите? А источник питания. Так. Ну, соедините конденсатор с крышкой. И... Уа, на вкус как кокос. Работает, сэр. Показатели в норме. Супер. Отсылка. Теперь уходим. Сэр, нет. Вы не умрете, только если будете экономить энергию брони. Никто не придет на помощь. А призрак вот-вот сбежит. Не знаю, как ты, а я лучше умру свободным, чем заперти. И что конкретно вы предлагаете, сэр? Я взорву этот завал унилучом. Ладно. Сейчас будет жарко. Порой меня поражает ваша глупость, сэр. Извините за прямоту. Лучше буду глупым, чем мертвым. А, нам сюда нужно. Вместо меня кричит. Я, видимо, сознание потерял. Странно, но это
Едва придя в себя после засады призрака, Тони соорудил примитивный дуговой реактор, способный дать один залп уни-луча. Для побега этого хватило, теперь он, потеряв большую часть своих способностей, преследует призрака в пещерах. Что ж, сработало. Причем слишком хорошо, сэр. Даже резервные запасы почти истощены. Оружейная система отключена, двигатели на минимуме, мощность привода снижена, вам нужна энергия. Так, и видите, у меня даже теперь запас энергии. Я еле-еле лечу. Эдис, что у тебя? Сильные помехи. Мы не одни. Не помню, чтобы эта пещера была такой глубокой. Террористы часто выбирают глубокие пещеры, чтобы было куда отступать. Наверное, заперлись. Когда услышали броню, я не за ними пришел. Я просто хотел домой. Смайл. История повторяется. Вы вернетесь домой. Добро пожаловать на суд. А ты думал, ниже падать уже некуда. Быстро лететь я не могу, только так. Как собака за машиной. Ну, догонишь ты меня, и что дальше? Поберегите заряд. Энергии мало. Цельтесь точнее. Надо быть точнее. Разбейте иллюзии. Жажда жизни в тебе все так же сильна. Но не обольщайся. На сей раз ты здесь сдохнешь. Ушла. Она где-то впереди. Мы сбросили энергоцепи. Подай энергию на ускорители. Надо вернуть дуговой реактор. Да, 53% заряда — это мало. Я так понимаю, нам не в эту сторону, нам сюда. Что нужно сделать? О, подзарядка. Что происходит? Привет. У тебя есть имя? Мое имя не важно. Важны имена других. Тех, кто пал от оружия Старка. Вот их имена имеют значение. И я вырежу имена этих людей на теле каждого из их убийц. Извини, что спросил. А как зовут тебя? Тим. Сам. А настоящее имя? Это она. Кто сидит в Даркнете под своим именем? Тот, кому нечего терять. Круто. Крутой приход. Так, что мне делать? Мне все-таки в эту сторону идти? Нет. Ты в детстве так же хрупок, как твои обещания. Было бы страшновато в такое играть. В VR. Вот это у нее пранки. 17% заряда.
Странно, что когда мы падаем, она на нас нападает, у нас тратится заряд, но когда мы летим, разницы нет. Пятница. Смотри. А вот и ее фабрика дронов. В таком темпе она не сможет набрать армию дронов заново. У нее почти закончились ресурсы. Я могу ее понять. Это отличные новости. Порадуемся позже, когда зарядим броню. Да, пожалуй, это самое атмосферное. Ты первый. У меня есть информация. Надеюсь, ты не выдашь. Эта компания творила такое, ты не представляешь. Да ну. Думаешь, ты познал страдания, когда тебя похитили? Даже в той пещере ты был на особом положении. Ты знал, что тебя не убьют. Был бы ты кем-то другим, Хо Йенсену, например, ты бы сдох там. А у простых людей на войне мало шансов. Мы просто расхожие праздники. Жертвы среди гражданцев, допустимые потери, гуманитарный кризис. Пафосные слова для мяса, которое было людьми. А потом твое передовое оружие перечеркнуло их жизнь. Не факт, что мне сюда идти. Ну, видимо, сюда. Что, опять? Посмотрим, как ты справишься в окружении. Все на репульсоры. Нас зажимают в клещи. Надо следить за тылом. Ты оттягиваешь неизбежно. Опять сбежала. Пойдем. Ей уже, наверное, надоело бегать. Мне уже надоело так идти. Но зато запас энергии 53%. Спасибо. Здесь придется дерево убрать, это, наверное, доски. Твой прах храниться будет в урне на чужом коне. Смерти. Не говори так, Тим. Выступив против них, я повесил себе мишень на спину. Я не дам им тебя тронуть. Я первая до них доберусь. Моя милая бунтарка, ты так прекрасна. Я тебя не заслуживаю. Ты меня никогда не видел. И поверь, ты этого не хочешь. Шрамы тебя не портят. Важно то, что у тебя в сердце. Ты в моем сердце, Тим. По-моему, этот Тим Санг, это и есть Гансмит. Кстати, да, в комментариях я еще видел о том, что Тим Санг, если буквы переставить, получится Гансмит. Но проблема в том, что, не знаю, может быть, так оно и есть, но суть в том, что псевдоним Гансмит придумал сам Тони. Поэтому, ну, как бы... Тут как? Несостыковка получается, но я не сомневаюсь, что так тоже может быть. Будьте аккуратны, сэр. Не подставляйтесь. Зачем тогда Гансмиту пытаться убить призрака, как он это делал? Аккуратно.
Спасибо. Все чисто. Не совсем. Надо забрать дуговой реактор. Варвар, поджигающий дом, чтобы согреться. Мы по кругу ходим. Ну, здесь она точно будет, и мы сразимся, я почти уверен. О, Бэтмен. Они такие прикольные мышки были. Ну, появляйся уже. Серия жутко атмосферная, обалденная просто. Пожалуй, пока это моя любимая часть, серия, не знаю, уровень, который был в игре. Еще пример. Коста Верде, 2008 год. Мирный протест в ответ бомбардировки ракетами Старк. Группа повстанцев входит в столицу и вступает в бой с национальной армией. Счет погибших идет на тысячи. Акции твоей компании выросли на 6% в первую неделю конфликта. Ребенок осиротел, как и многие тогда. Она попала под опеку государства, того, что убило ее родителей. Ей дали имя Мишель, но она мне никогда не... Вау. Прикольно. Расскажи, что с тобой сделало его оружие. Ты не хочешь знать. Я должен. Я была совсем маленькой. В моей стране была война. Чужая война. Я не выбирала сторону. До того дня. Твои похитители просто хотели убрать последний. Они бы получили твое оружие так или иначе. Ты брал плату, чтобы заглушить свои двуличные совести. Ты разменная монета. Ты оскорбился, что они посмели спросить тебя прямо. Они стали, как обычно, лицемерить и подбирать выражения. Еще щепотка воспоминаний. Эти руки тянут из брони энергию. Надо пробиться. Ну и как я должен это сделать? А ну, пусти меня. Давай, уходи. Немного осталось, давай последний рывок. Наконец-то. Ой. Подзарядка. Подумай только. Я был частью этого зла. Винтиком в их кровавой машине. Нет. Ты герой. Ты дал нам все, чтобы начать войну против них. Обещаю, что если со мной что-то случится... Тебя это не остановит.
Я не успокоюсь, пока Тони Старк не заплатит за все, что сделал. Я люблю тебя, Мишель. И я тебя. Видимо, здесь еще играет ты роль. Ты беспомощен, как младенец. Даже на ногах не стоишь. Играет роль то, что Тим Санг это как раз таки не настоящее имя, а Ганн Смит настоящее. Возможно, вот так это работает. Надо спешить. Тогда да. Типа он сам придумал себе имя подставное, чтобы связаться с призраком. Ну, с Мишелью. Скоро мы оба будем призраками. Мне нравится твоя выносливость. Но защите слова не дадут. Сейчас снова мой черед. И я хочу показать тебе еще кое-что. Вскоре после того, как ты начал новую жизнь, твой сотрудник решил придать огласке твои грязные тайны. И тебе пришлось убить его, чтобы сохранить репутацию. Последний пример. Неопровержимая улика. Я не... Тим знал, что ты попытаешься заткнуть ему рот. И сделал так, чтобы твои секреты... Короче, Ганн Смит ее обманул. Доклады о заданиях, уязвимости в системе безопасности. Так это... Месть? Месть? Нет. Ты военный преступник. И пособник других военных преступников. Меня не интересует месть. Только правосудие. Выносится приговор. Мертвые признают тебя виновным по всем статьям. А живые тебя больше не увидят. Представляете, в груди металла упасть? Это... Я не знаю. Там все переломано должно быть. Пятница. Я здесь. Там реактор. Я... не... достаю. Сломано. Можно починить. Ну это волшебство как уже какое-то. Ты это делаешь? Пятница. Куда ты делась? Я здесь, сэр. В вашем сердце. Есть. Все системы в норме. Прикольно. Пора совершить подвиг, сэр. Призрака не видно? Похоже, именно здесь призрак воскресила Артура Парка. Энергия в портах совпадает с его энергией. Как нам отсюда выбраться? Никак. Ты здесь оживила Парка? Сюда попадают все мертвецы. И ты тоже здесь. Куда она стреляет? Я не понимаю. Конечно, ей гораздо легче, она стреляет через эти. Как я должен... Как ты все это построила? Пот, слезы, осталась кровь. Да, она летает.
Да, конечно... Ты заслуживал худшего. И меня вырубили. Ну, это довольно сложно, потому что мне летать между этими конструкциями проблемно, а она такая через стены. Тю-тю-тю, еще и точно попадает, потому что у нее автонаведение. Круто. Круто. Ну, давайте еще раз попробуем. Я думаю, сейчас справлюсь. Но сделано несправедливо по отношению ко мне. Нужно было какие-то, не знаю, специальное оружие найти, чтобы с ней бороться. Уровень пока обалденный. Это вот пока у нас идет загрузка, можно обсудить. Офигенно сделано, все очень круто. Реально лучший уровень в игре. И сомневаюсь, что что-то еще его перебьет. Возможно, он даже в финале, не знаю. Но он сделан с душой. Это возвращение к истокам Железного Человека Тони Старка. Все локации, вся, весь этот отыгрыш, даже какого-то ужаса, страха. Круто. Не знаю, мне очень понравилось. Сейчас мы победим, надеюсь. Ну, конечно, интересно узнать, кто такой Тим Санк. Но я говорю, что, скорее всего, это поддельное имя Гансмита, который притворялся человеком. Вот так скажем. Призрака не видно? Похоже, именно здесь призрак воскресила Артура Парка. Энергия в портах совпадает с его энергией. Как нам отсюда выбраться? Никак. Я попытаюсь еще. Ты здесь оживила Парка? По карте не сюда видно. Сюда попадают все мертвецы. И ты тоже здесь. Ау, я понял, сюда не залетать. Нет, ну правда сложно. Как ты все это построил? Пот, слезы, осталась кровь. Ау! Вот, через стену. Я даже не видел этого. Где ты? Не попасть было. Это я косой, извините, конечно. Есть попадание. Броня будет жарковато. Репульсоры и вспомогательное оружие недоступны, но есть ракетный кулак. Бросьте ее к высоковольтным портам. Как это сделать? Как ее должен бросить? А почему она замерла? Это что за бред такой? Эти жизни у нее не отнялись почему. Она упала сюда. Знаком уже с этой тактикой. Хоть вроде есть такое. Да, вот это гораздо проще уже. Ну попадись. Как же неудобно. Я ненавижу вот эти заводы. Где она?
тебя есть все причины злиться. Но гнев тебя пожрет. И умрешь ты, а не я. Я заберу тебя с собой. Куда она делась? Ладно. Я вырву твое искусственное сердце. Ну понятно. Это мы уже видели. Эй! Бейте ракетным кулаком! Ну это самое смешное. Я не знаю, почему она так отлетает. Да, вот так. Так, теперь нам ждать ее клонов. И искать, где она прячется. Ау, это что-то новенькое. Ау, больно. Ау, больно. Где она? Они прям использовали все атаки разом. О, попалась. Знаешь, моя смерть не принесет тебе радости. Я не знаю, что такое радость. Понятно. Попроси свой искусственный интеллект тебя отпеть. Давай. Наведение ракетного кулака отказало, сэр. Уроки Хэппи Хогана ей не превзойти. Прицельтесь и бейте, сэр. Да я... Попадаю же по ней. Они сделали попроще такие. Да чувак, ты уже попасть не мог. Ну я попадал же. Прекрасный маневр, сэр. Но у нее остались последние жизни. Где она, пятница? Веду поиск. Она в ловушке. Отмечаю на дисплее. Угу. Что там за ловушка такая? Как сюда попасть? Ее фазовые способности ослабели. Если она появится в стене, то умрет. Уйди! Отдай! Хватайся за руку! Скорее! Вот и все, призрак. Все закончилось. Мы победили! Странно, что нет какой-то касцены. Ну, я прошел явно плохо. Мне так кажется, что последняя миссия, я там даже умирал. На 4, серьезно? Ну, спасибо. Большущее, правда, спасибо, что досмотрели. Я так полагаю, осталась последняя миссия. Тут, ну, тут все уже как бы. Мы победили призрака, главного злодея. И остался только Тим Санг, он же Ганн Смит. Я так полагаю. Спасибо, что посмотрели. Поддерживайте лайком, оставайтесь на канале, подписывайтесь. Ждите финал.